или какие-то это ритуальные символика вещи? Же, очень глубокая символика. Во-первых, она в древности еще по-разному так или иначе использовалась. Во-первых, однозначно расчлененный враг, он не возродится, дух его не возродится, он не найдет себе места. Вот. И кроме того, например, еще в древние хуннусские времена из черепа врага изготавливался кубок. Эта традиция потом во многих других культурах присутствовала. Это, конечно, и ритуальный определенный несет смысл. И поэтому и неизвестно, вернут нам голову Кейна или нет. Потому что это знак победы, это символ захвата, символ порабощения. Не без этого.